Когда на пресс-сайте появился анонс нового мини, мы было подумали, что внутри нас встретит свежее поколение. Все же 8-летние машины принято заменять, а не обновлять. Однако боссы марки посчитали, что хэтчбекам и кабриолету вполне хватит второй по счету модернизации. Может и правильно. Выжить из классического образа нечто абсолютно новое будет трудно, тогда как рестайлинг текущей генерации вышел более чем удачным. Хотя дело ограничилось лишь сменой обоих бамперов да внедрением диодной оптики. В салоне под замену пошли дефлекторы вентиляции, селектор коробки и руль. Плюс, разумеется, медиасистема обрела более современную начинку, но диагональ тачскрина осталась прежней, чтобы не навредить самобытному дизайну. Техника не изменилась нисколько. В гамму моторов включены 1,5- и 2-литровые турбомоторы плюс электрическое исполнение. Европейские продажи стартуют весной, а нам придется подождать минимум до лета. Только тогда мы увидим градиентную окраску крыши, которой британцы посвятили аж несколько абзацев своего пресс-релиза. Нет предела совершенству, очевидно, подумали и в офисе марки BMW, после чего взялись за доработку мощной пятерки. Взяв за основу топовую версию Competition модели M5, баварцы форсировали и облегчили ее, на выходе получив дерзкое исполнение CS. Надо заметить, что снижение массы далось инженерам очень даже непросто. В жертву были принесены шумоизоляция, трехместный задний диван и многое-многое другое. Плюс спереди появились почти невесомые углепластиковые кресла. Вообще из кевлара здесь сделано многое, от крышки мотора до корпуса в зеркал. Может быть, поэтому CS получилась такой дорогой. 14 миллионов рублей против 9 за стандартный Competition. Желающие заплатить фантастическую сумму определенно найдутся. И еще порадуются, что за границей эта М-ка стоит намного дороже. Правда, и найти применение яркому темпераменту злющей пятерки на дорогах Европы будет проще. Тем обиднее, что самый мощный и самый быстрый из когда-либо существовавших серийных пятерок не перепало никакого особенного декора. Фирменный цвет, желтые ходовые огни и решетку бронзового оттенка мы таковым считать отказываемся.